Всем привет! Сегодня у нас 1 августа, и сегодня первый рейс «Ласточки» Адлер-Анапа, которая следует через Краснодар. Электропоезд выходит из Адлера в 13 часов 25 минут и в 18.02 прибывает в Краснодар на пятый путь к платформе номер 3, где его уже ждет еще один такой же состав электропоезда «Ласточка», который когда-то самостоятельно ходил от Краснодара до Анапы. Именно с этим составом наша «Ласточка» будет сцеплена и отправится в Анапу как единое целое, куда прибудет в 21 час 13 минут. 1 августа 2020 года. Поезд номер 827. Сообщение Краснодар-Анапа. Пассажиры с билетами на данный поезд будут производить посадку на поезд номер 830. Сообщение Адлер-Анапа. К слову, мы можем заметить, что от Краснодара до Анапы курсирует «Ласточка премиум», в то время как из Адлера до Анапы ходит обычная «Ласточка». «Ласточка» из Адлера до Анапы. Посмотрите, часть людей, которые именно в этот состав купили билеты, сейчас отправляются на посадку на только что прибывший состав. Сейчас будет произведена сцепка двух составов, и рискну предположить, что сразу после этого будет открыта посадка на оба электропоезда. Из Адлера у нас приехал S1009 и стоит S1047. Как мы видим, высадка и посадка пассажиров начались сразу же после того, как два состава были сцеплены в один. Электропоезд из Адлера стоит на станции Краснодар-1 24 минуты, после чего отправляется в Анапу. В обратный путь из Анапы до Адлера «Ласточка» отправляется в 5 часов 28 минут и в 13.16 прибывает в Адлер.
поезд номер 829, дробь 830 с сообщением Анапа-Адлер находится на третьем пути у платформы номер 2. В отличие от поезда Адлер-Анапа, «Ласточка» с сообщением Анапа-Адлер не сцепляется с другим составом на станции Краснодар-1, куда прибывает в 8 часов 27 минут и за 17 минут стоянки просто меняет направление. Отправился с третьего пути от платформы номер 2.